Друзья, всем привет, с вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня записываю краткую инструкцию, что нужно сделать для того, чтобы создать вирусный эффект для нашего совместного ролика с Евгением Захаровым, где мы даем небольшую мотивацию, показываем аргументы и факты, наши доходы. Вот. И что можно сделать, да, для того, чтобы как можно большее количество людей просмотрело этот видеоролик? Для чего это вообще нужно? Ну, чем больше посмотрит человек, людей этот ролик, тем, соответственно, больше людей присоединятся к нам в команду. Да? Здесь видите, что написаны наши координаты, мой скайп, Женя скайп. Вот, поэтому люди к нам будут добавляться. Ну а дальше дело техники, то есть мы их будем регистрировать в живую очередь. Кстати говоря, вот здесь есть такая кнопочка «Написать комментарии», то есть там можете оставлять свои реферальные ссылочки на автоквалификацию. Итак, что нужно сделать? В первую очередь нужно нажать кнопочки «Нравится» и «Класс». Ну, как бы чтобы, да, опять же, это для того, чтобы запустить вирусный эффект. Написать комментарий, хороший комментарий обязательно. И нажать кнопочку «Пригласить». «Пригласить». Здесь у вас выйдет всплывающее окно. Нужно нажать «Друзья» или «Контакты», в зависимости от того, что у вас будет, да, здесь на этой странице. Все, нажимаете, значит, допустим, друзья, но вот я здесь уже не могу, да, ничего сделать, потому что я уже послал вчера сообщение своим друзьям. То есть вы пишете какую-то короткую фразу о том, что там посмотри это видео или что-нибудь, ну, в этом роде там сами можете придумать любую фразу. Вот. И, значит, выбираете друзей из списка. В данном случае это социальная сеть «Мой мир». Выбираете всех друзей из списка. Вот, и, соответственно, посылайте это видео людям. То есть, а там уже, как говорится, кто посмотрит, тот посмотрит. Вот что нужно сделать вкратце. Вот, я думаю, что это даст хороший эффект. Вот. Ну, в зависимости от того, конечно, сколько людей поделится этим видео. То есть, чем больше у вас друзей в моем мире, тем, естественно, лучше, тем больше количество друзей увидит наше видеоинтервью. Все, всем пока, всем удачи.